Всем привет, с вами Эдгар и мой видеоблог «Мысли от Эдгара». Сегодня я решил снять необычный видосик. Это будет варка кофе, вроде как стандартно, но воду я заменю таким напитком, как Кока-Кола. Кофе у меня жокей, все остальное вы знаете. Попробуем сварить из колы кофе в турке и посмотрим, что из этого всего выйдет. Смотрим. Так, мы возьмем для начала, получается, колу и зальем все это дело. О, такое ощущение, что уже пенка. Так, сейчас посмотрим, пена уйдет. Вот так вот. Ну, добавим, наверное, туда сахар. По идее, кола сама по себе сладкая, но ложечку. Смотрите, какая реакция. Сахар, когда бросаю. Волшебство прям происходит. Так, добавим, конечно же, самый главный ингредиент. Кофе в Кока-Колу. Еще ложечку положим. Все это дело нужно перемешать. Тщательно. Турку мы ставим на огонь. Теперь я турку поставлю на огонь и посмотрим, что из этого получится. Такого видео я еще не видел. Турка образовывается прям сразу. Красота! Прям супер пенка. Вот как нужно удивлять гостей. Так, Кока-Кола начинает закипать. Это спустя 4 минуты. О, пена пошла, 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 пошла. Давай, 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 давай. Хватит, наверное. Хватит. Выключаем. Посмотрим, что у нас получилось. Кофе из Кока-Колы. Вот так вот выглядит кока-кольное кофе. А теперь мы попробуем все это дело. Запах, так. Сильного запаха нету почему-то. Кофе и колы не пахнет. Они друг друга, короче, перебили. Это же два мощных напитка. Мировых. Кофе и Кока-Кола. Война титанов получилась. Непередаваемые ощущения. Такое газированное кофе сладкое. Странное. С пузыриками даже, наверное. Если честно, вкусно. Вот реально вкусно. Пьете кофе? И во рту начинает, вот как от Кока-Колы, пузырики лопаются, трещать. Такой газированный кока-кольный кофе. Ништяк, оригинально, необычный вкус. Чуть-чуть с кислинкой получается. Получилось вкусно. Можно такой напиток варить своим друзьям. Будет оригинально. Они, может быть, даже не поймут сначала, что происходит. Потому что когда пьете, пузырики, все равно там газ остался, лопаются. Необычное ощущение. И после этого чуть-чуть такое кислинка появляется и резко пропадает. И во рту остается все равно вкус кофе. Я думал, получится какая-то ерунда, которую невозможно будет вообще пить и кому-то рекомендовать. Но в итоге я открыл для себя прикольную тему. Варите, экспериментируйте, лайки, комментарии, что вы об этом думаете. Кофеечек у меня еще попробует моя жена, Оля. Так, горячая. Попробуй, скажи, как тебе вкус. Просто попробуй. Оля не в курсе пока, что там. Что-то специфическое есть.
прикольное что-то, но я бы не пила. Кофе на Кока-Коле. Так что, наверное, следующее кофе будет на Спрайте. Только я его подписываю. А мне вот понравилось, реально прикольно. Так что мнения расходятся. Пробуйте, говорите, кому нравится, а кому не нравится. Всем пока!